вареную рыбу можно приготовить несколькими способами. Предлагаю варить горбушу на пару. А в этом вам поможет ваша мультиварка. Рыба готовится с овощами, что придают блюду сочность и яркий вкус. Приготовим горбушу вареную в домашних условиях. Из ингредиентов вам понадобятся стейки горбуши, морковь, лук репчатый, соль, перец и листья салата. Блюдо подается на стол с листьями салата. На гарнир подойдет картофельное пюре, макароны или рис. Удачи! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Измельчаем лук, морковь натираем на терке. Кладем овощи в контейнер для варки на пару. Добавляем туда же стейки горбуши. В чашу мультиварки вливаем воду. Готовим в режиме варка на пару 20 минут. Соль и перец кладем по вкусу. К столу подаем с листьями салата. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Горбуша 3 штуки. Стейка. Лук репчатый 1 штука. Морковь 1 штука. Зелень по вкусу. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Салат 2-3 штук. Листья. Количество порций 3-4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся. Удачного дня!